Привет, мои хорошие ребятулики и девчули. У нас хорошие новости. Осталось 19 линеек нумизматических. Линейка, разработка Михаила Дородного, 350 гривен. Заказать можно только у меня. Очень умиляют люди, которые пытаются продать. У них ничего не получается. Также копируют меня. Пытаются продать средства для чистки монет. Урезают цену, у них ничего не покупают. На это очень смешно смотреть. Ребята, продавцами нужно родиться. Это умение, как и любое дело. Этому нужно не только учиться, это в крови должно быть. Вы должны родиться в этой рубахе. Повторять за кем-то – это хорошо, но у вас это не получается. Займитесь другим делом. Очень много ремесел в жизни. Токарь, слесарь, дворник. Дворникам тоже нужно уметь. Поэтому просто не позорьте себя, не смешите людей выставлением, как попугаи. Вы хотите продать, но не можете ничего сделать. Вот это, конечно, веселит. Ну, это ваше, конечно, дело. Продолжайте в том же духе, а мы пока будем продаваться. Друзья, обучение нумизматике, антиквариату, походы на барахолки, средства для чистки монет, нумизматическая линейка. Пошла массовка!